Исполнение короткой программы. На старт приглашается Камила Валиева, Москва. Настоящая любимица публики, спортсменка, на которую ходят тысячи и тысячи любителей фигурного катания. Она такая одна, уникальная и неповторимая. Камила Валиева. Дождались. Я так точно дождался. Очень переживал за Камилу, потому что особенно у меня отношение к этой фигуристке. Очень я люблю ее творчество. Не буду по-другому это называть, не могу. Для меня это не спорт, это искусство. Я всегда буду об этом говорить. Уж простите меня, кто не согласен, но для меня это так. И мы видим, как зал в экстазе, стоя, приветствует возвращение на лед на соревновательные этой спортсменки. Абсолютно чистая короткая программа, новый абсолютно образ взрослой состоявшейся фигуристки. Тут даже добавлять ничего, просто классно. Я сказала красный, значит красный. И вышла в этом шикарном красном платье. И я так вот вдохновенно откопалась. Постаралась, говорит Кирилл Георгиевна, но это дорогого стоит, такая похвала. Я думаю, что Игорь Маркович и Сергей Викторович, я, конечно же, буду ковидить на гаузе. Все довольны, вся наша команда представлена сейчас улыбается. Я уверен, что все смотрели, все тренеры и болели за команду. Спокойно, но предельно сосредоточена перед своим прокатом Камила Валиева. Однако, смотрите, вот это игривое начало очень действительно взрослой, другой короткой программы в ее исполнении. Оно
захватывает с первых мгновений, и ты буквально не можешь оторвать взгляд от проката. Соскучились, что уж говорить, и мы по Камиле Валиевой. Хочется верить, что и сама спортсменка по соревнованиям сегодня ее прокат заворожил. И еще хочу добавить, что фигурное катание, мы часто говорим, что это еще и математика, да, говоря о баллах. Но когда мы видим катание Камилы Валиевой, то добавляется еще и геометрия сюда, потому что линии, какие они точные и отточенные, это тоже очень важно в нашем виде спорта. Особенно мы говорим о том, когда парни комментируют танцы и пары, но Камилы прекрасные линии, конечно. Видим, как сейчас. Все такие классные. С хорошим настроением, без тренерских штатов, помимо на ожидание оценок, на этом печки поцелуют все. Ну, как же приятно видеть вот эту улыбку Камилы Валиевой. Абсолютно искреннюю, она довольна своим прокатом. Никакой математики, это чистое искусство. 81,9 балла результат Камилы Валиевой за этот прокат. Она уверенно поднимается на верхнюю строчку, на место лидера соревнований.